Так, здравствуйте, добрый вечер. Вы куда идете? Сказали снимать кусок влога. Сегодня у нас получается 17-е, а завтра выложим 18-го. Кот пришел, короче, на еду, но еды пока нет. Слушай, мы сами не поели, чувак. А красиво выглядит. Короче, тут лежбище. Можем вставить. А, еще одно лежбище. Я жду шашлык, ребята. Ой, как красиво, да? 18 июня 23 года. И мы отправляемся в ЦУМ. Нам сегодня надо там гостючку что посмотреть. Может быть, съедим что-нибудь вкусненькое на террасе в милкбаре. Там очень красиво, видно Крещатик. Это отдельный вид искусства, как шортики и топик. Красота. Гулять по Крещатику очень приятненько. Уже много лет. Это не то, что только переезжаешь в Киев, тебе надоедает. Не надоедает. Ребятушки мои потопали. Идут, рассуждают. Философствуют. Около 8 тысяч, уже стоит около 12-13. Меня, наверное, нифига не слышно, блин, я усилю. Катим, короче говоря, в милкбар и в... Куда мы катим? И в Гудвайн. Обзор трендов. ЦУМ. Центральнее всех. Что? Да, тут бренды. Да, хорошенькие. Хорошенькие. Лапти, лапти. Кинзо, кинзо. Красота ЦУМа. Снизу парфюмерия и косметика. Кстати, там сейл. 50% есть. На чем? На косметике. Опа. Велосипедный? Да, да. Вижу, что что-то то, что мне не надо. Вот рукавички, вот весь. 3000. Обзор делаешь? Тапки. Бутылка для водички прикольная. Прикольно сделано, думаю. Дырка. 15,5, она твоя. 100. Ну вообще воздушная. Стильные чуваки. И сколько они стоят? 3600. Это нормальная цена. Нормально. Так, конечно, технологии шагнули. Вот, например, если там еще лет 10-15 взять. Всякие вставки крутые. Очень круто. Что, нравится, Эндрю? Да, прикольно. А покрыть так иди чуть-чуть. Опа. Брезенты, напомню, не промокаемые. И как, не? Прикольно. Прикольно? Именно зеленая прикольно, да? Да, прикольно. Если еще просто белая, покажи. Но зеленая поярче. Мне дают штаны клевые вот эти всякие. И мне к лицу? Нет? Под лицу все к лицу. Давай я пойду гляну в зеркало. Сейчас посмотрим. У меня же проблема с головным убором. Блин, а реально неплохо. Стильно так. Ярко. Наконец-то я нашла что-то, что мне нравится с головных уборов. Прикольно. Короче, помните, я искала головной убор, чтобы мне подходил и нравился. Я его нашла. Все. Он классный, стильный, вообще такой прикольный. А то я как лошара во многих головных уборах. Слушай, а чем будешь носить? Да хоть так, мне все равно. Да? Хорошо. С шортами, с майками. Не-не-не, ну, чуть, а вот это... А чем белые кеды не подходят просто? Подходит. Подходит. Она акцентная, все остальное может быть нейтральным. Все, я беру, все. Вот, короче, она так выглядит. Мне очень нравится, очень прикольно. Надо брать. Потому что я так всю жизнь буду искать себе идеальный головной убор, а это прям кайф. Кайфец такой. Стилечек. Класс.
Да, да, да. Американская пошта відправляє в такому папері посилки. В этом концепция бренда? Они его используют? Ні. Ну це просто такий матеріал цікавий, Тайлер. Дивись. Позитивненький вообще. Тут нема, тут підкладка, я взагалі як папір. Як вона є ще в моно. А не промокає? Ну, да. А не розмокає. Ну, не розмокає. Очень хорошо, что зашли. Я наконец-то поділилась з головним убором. Правда, прикольно? А стоит? Давай, раз, два. Маршал где-то около 1300 долларов, да, сейчас? Да. Ты что, Маршал, так это про что вы говорите? Колонка, а сколько стоит? Меньше, да, еще не богато. Многие киевляне говорят, что вкуснее суши, чем здесь, нет нигде больше. И корочка. Кого, камеру? Да. Конечно. Так, теперь я буду згадувати. Вот это моё самое любимое, самое любимое. Мы их называем голые мужики. А тут еще столько куча видов есть. Тут есть голая женщина уже на коне есть. Видели? Вот. Я на коне. Да. А, вот это, вот, вот это самое моё любимое. И вот тут кто-то бежит. Так, цензура, все окей, все окей. Они же цензуру и замазали, все нормально. Это... Татуировки есть в этом стиле, как он называется? Не знаю, пинап. Да я тоже подумала пинап. Не. Ну короче. Ты вот это искал? Да. Так а вон то снизу есть еще, а то вармут. Да, да, да. Татуировки есть в этом стиле, как называется? Напомню. Это точно пинап? Не. Что-то другое. Пинап это американский там, где... Короче, не важно. Это супер смачный джин с корицей, апельсинами. Можливо, навіть нотками... Я не помню, так, як це називається? Лаванда, да? Слушай, цена вот тоже у него такая не слабенькая. Ну зато смачно. Слушай, ты купил. Это ты надолго себя растягиваешь, да? Ну да. 21-го року вона. Ты что, уже 2 роки пройшло. И они зазвичай. Що? Я не бачу, але зазвичай. А вот, вот, вот. Релиз номер 4, бутылка номер 83-83. Видно? Угу. Что это значит? Лимитовані. Понятно. Слухай, може... Ексклюзивчик. Ну так, да, ну не 20 тисяч бутилок випущено, а більше. Коротше, беремо. Це була цель, правильно сюди добратися? Так. Да. Все, цель достигнута. Цель достигнута. Так, в це время Ендрю что-то тут хвалять. Бутилка? Как будто бутилка з камбучей. Так, вот ось я зверху, чи вона як воском залетить, чи чим. А, вот тут что-то еще такое. Да, необычно. Вот это. Класс. Класс. Красота. Тебе нравится вот эта женщина в короне, да? Mm-hmm. Вот есть женщина с собачкой. Вот это люблю очень. Не за все деньги мира, и очень вкусная. Драй. Вот это. Всякие ламбруски. Давай, Эндрю, это то, что у нас продается под домом. Это мы все пробовали. А такая? Вот тебе дорого. За 185 гривен уже перебор, не? Да. Я бы гривен за 80. Блин, я думала, их больше видов. Или на Мечникова просто больше ассортимент. Какие-то консервы прикольные, осьминожек, мидия. Кто это у нас? Непонятно. Анте Империал, шоколад, чили, стаут, бушмастер. Отправление, конечно. А, я его пробовала, что мне не понравилось. Ты помнишь, да? Это Франция? Да, ты себе еще... Это осадок? И сколько такое стоит? 200. Да нормально. Мужчины себе что-то понабирали, а я ничего не взяла. Короче, будет вот такой брют. Я обычно без Nature вот этого просто брют. И скорее этот еще суши. Попробуем такой еще для разнообразия. Максимально сухой. Бокальчик просекки на летней веранде. А меня, наверное, не слышно нифига. Проверяем на всякий случай. Новая щепка. Так. Ребятам сейчас какие-то лимонады принесут. Можно?
Я не буду цикати нужно? Да, ешь, конечно. Опа. Шоколадный брауни, Милк Бар. Маржо. А ну давай. Без жируха я вам куплю. Реально домашнее, дуже смачно. Дуже смачно. Хочешь попробовать? А красиво еще очень. Ну давай. И текет, текет. Ну так мороженое же рядом, прикольно. Текет. Очень вот такие, да, ешь, ешь. Первый раз вижу, что вот такое. Ямка. А это Good Girl назвали в честь заведения вашего? Второго. А, я поняла, поняла. Мирио. Видно красиво. И попробуем еще, что вот это такое. Вот это сода. Вода, ройбуш, ромашка, мелисса, женьшень, тростниковый сахар. И что-то там еще. Ладно, пробуем. Так, я думаю, слышно. Я потом подключу. Вот что-то плавает. Сопля. Это будет Coca-Cola. Без соуса. Это же без соуса. Добрый, назад. Куда? Куда? Я серьезно. Нормально. Бан. Ничего не пропал. Бан. Давай. Просто еда, любимая еда, но редкая, но любимая. Катим через лес, уже вечереет. Друг наш провели его, уже выехал. Не, еще сейчас будет выезжать уже. И тут у нас такой лес настоящий. И я маскируюсь под лес своей щепкой. Все, спасибо, что были со мной. Спасибо за ваш лайк, комментарий и подписку. Желаю отличного настроения. Пасту просили, пасту сниму. Завтра, послезавтра сниму. Все.